Просто засниму панораму. Страсбург после дождя. Есть где прогуляться. Старые здания. А я стою, жду автобуса к дантисту. Вот здесь, на этой остановке. Вот мой рюкзак. А это Лиале, там супермаркеты, торговый центр. Это все центр Страсбурга. Центра такого как бы нету, вот такого центрального центра. Наверное, площадь Клибер. Ну, тут непонятно, тут и площадь небольшие. Трамвайчик. А вот. Это речка Иль, по-моему, Лиль. Что-то она мутная какая-то. А вот он я. А вот он такой. Вот. Ну. Там вот площадь Хом-де-Фер. Такая небольшая. Это центральная как бы для трамваев. Развилка такая. Вот там вот этот трамвай, следующая остановка Ля-Гар. Вокзал. Подземная остановка. Ну там, за этим зданием Ля-Гар. Центральный вокзал. Ну вот. Вот такой Страсбург.